Привет, друзья! Сегодня у меня коротенькое видео. Я покажу, как я заготавливаю калину на зиму. Калину обрезаем, чистим, моем горячей водой и даем полностью обсохнуть, стечь в воде. После этого пересыпаем в большой таз, пробиваем блендером и перетираем через сито. Калиновое пюре готово. Из расчета 1 к 1 добавляем мед, перемешиваем и даем постоять 2 часа. После этого разливаем по баночкам и отправляем на хранение в холодильник. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!